Честно,
Sister, ты молодец, потрясающе. Спасибо. Я хочу с тобой сфотографироваться. Если честно, но потому что это было очень круто. Один эффект всего, друзья. Город Могилев. Денис Сизилет. Это Star City Show. Слушала только что, как ты пела, это было очень клево. Скажи, пожалуйста, тебе удалось сделать все, что ты хотела, то, что ты репетировала своим педагогом? Да, мне все удалось. Я желаю тебе победы и, самое главное, получать удовольствие от каждого твоего выступления. Ты умничка. Спасибо большое. А как вы думаете, комментарии жюри уместны, полезны? Выступление понравилось. В принципе, мне выступление нравится, ее всегда. Она меня никогда не подводила. И вы знаете, что комментарии жюри уместны, потому что это не первый случай. Жюри даже бывает сидит, просто плачет. Просто сидят и плачут, да. Это, конечно, прекрасно. Как вы думаете, ваша дочка сможет стать знаменитой? Хотите ли вы для нее вот этот вот путь артистки? Главное, чтобы она хотела этот путь. Она его хочет, этот путь. И я думаю, что станет она знаменитой, потому что она себе поставила такую цель. А если она ее поставила, она ее выполнит обязательно. Спасибо, конечно, нашему педагогу Татьяне Галиновской и хореографу Олесе Ткачёнок. Они нам помогают. Это наша команда. У меня первой степени Star City Show номинация «Эстрадный вокал» награждается Пехтерева Алина. Все-таки, глядя на таких талантливых исполнителей, можно с уверенностью сказать, что у нашей белорусской эстрады есть достойные преемники. Держитесь, вы о них еще услышите.